Сегодня от всей души хочу поблагодарить тех, кто пожертвовал многим ради своей страны и ее жителей. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш героизм и стойкость. Спасибо вам за то, что подарили нам нашу свободу и нашу жизнь. В знак благодарности хочу для вас прочитать стихотворение Андрея Левентьева «Баллада о матери». Старела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет, а она все продолжает ждать. Потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, старый, мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать его узнала в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно он ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать про сына повторить. И опять по таку он бежит. Жив-здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно он ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее с войны.